разную пасту выбрать. Да, именно так изменилась моя жизнь после появления спиннера. И вам небольшой совет, никогда не мочите спиннер, потому что у меня он тут чуть-чуть заржавел, он стал тяжелым, и он перестал так классно крутиться, как крутился раньше. Поэтому ни в коем случае спиннер не мочите, не совершайте моих ошибок. Всем привет, меня зовут Лерка Гэй. Я надеюсь, что вам понравилось это видео, и вы хотя бы один разок за все видео улыбнулись. А если это так, почему бы не поставить лайк под этим видео и не подписаться на мой YouTube-канал, а также можете нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. И напоминаю, у меня есть еще один канал, на который я выкладываю только влоги, и поэтому ссылка будет в описании. Подписывайтесь, тоже можете нажать на колокольчик, и мне будет приятно, а вам будет посмотреть. С вами была Лерка Гэй, всем пока! Now watch me whip, kill it. Now watch me nine.